Поддержка программы ⁇ Особое мнение ⁇ Кировский кирпичный завод. Фундаментальный взгляд на строительство. Главное в строительстве. Надежные поставщики. Каждая сэкономленная минута ⁇ это критерии качества нашей работы. Кировский кирпичный завод. Верный и ответственный партнер на пути к вашей цели. Киров, Луганская 59. Телефон 761 500. Особое мнение на 101 FM. 13.07 в Кирове начинается программа «Особое мнение». У микрофона сегодня работает Светлана Занькова. свое особое мнение высказывает директор аудиторской консультационной компании «Бизнес-информ» Азиз Агаев. Азиз Олеч, добрый день. Добрый день. Ну что, депутаты проголосовали по пенсионной реформе. Я имею в виду депутатов Госдумы. Мы с вами сейчас разберем, как произошло голосование. 386 человек голосовало. Соответственно, 324 голоса за. Не голосовало, не голосовало 69 человек, против 56. Ну, в общем, приняли. Uh -huh. Приняли. И самое интересное, что партии, которые выступали активно против, такие как Справедливая Россия, коммунисты, ЛДПР, ЛДПР воздержались целиком. Uh -huh да и, и и все остальные собственно выступавшие против в итоге это поддержали если мы посмотрим по голосам которые отдавали отдавала Госдума за этот закон а что произошло то такое почему а, такое странное голосование ведь еще даже в эти выходные по моему ЛДПР в Кирове устраивали митинги против что произошло да ну вы же понимаете что и ЛДПР и Справедливая Россия это партии, которые получают из бюджета деньги. И вы должны, это первое. Второе, вы должны понимать, что депутаты, они получают хорошую заработную плату. Я тут неоднократно об этом говорил, еще у них куча помощников, которые получают хорошую заработную плату. И я думаю, что с ними поговорили, им объяснили, что к чему, объяснили, что если так дело пойдет, то... Они могут и не оказаться депутатами, а то могут и привлечь внимание каких-нибудь правоохранительных органов. Поэтому я думаю, что только так. Других каких-то разумных логических объяснений я этому не нахожу. То есть вы, вы считаете, что ну, это называется шкурный интерес? Да, что это, шкурный это, интерес возобладал да, это, над, над чем? Это предательство народных интересов. Именно интересов людей, конкретных людей, у которых, ну, чтобы не быть, скажем, грубым, не говорю, украсть, у которых просто вытащили из кармана примерно по миллиону рублей вот у такого огромного количества людей, которые должны вот за это время выйти были на пенсию. Вот как интересно, у нас принимается пенсионный закон в связи с тем, что в государстве не хватает денег на обеспечение пенсионеров, да, и в связи там сколько, сколько это триллионов не хватает, трех, по-моему, триллионов. Об этом а, шла ну, речь. Ну, с каждым днем как бы растет эта сумма. Но последние, да, я тоже слышал, что трех триллионов. В то же время за последнее время мы знаем, что примерно полтора триллиона, значит, там. Центробанк банкам отдал на спасение всяких, так сказать, банков, из которых то ли приближенные чиновников, то ли, как их назвать, мошенники, воры, вытащили примерно чуть ли не больше, чем столько, сколько надо пенсионной реформе. Значит, порядка там полутора триллионов, если не ошибаюсь, там оказана была помощь, значит, Виксельбергу порядка там уже 800 миллионов рублей там Дерипаски, ну и здесь черепаски еще хотят сделать, ä, еще хотят сделать потар, ä, по, подарок. Ä, в Минпронторге предложили разрешить продажу пива в алюминиевых банках в ночное время для поддержки отечественного производителя алюминия. Об этом написали абсолютно все федеральные СМИ. Там тоже речь идет о потерях в, в какое-то количество миллиардов, это чуть ли не больше, чем пенсионная реформа, реформа в несколько раз. Mm -hmm. И вот чтобы спасти, ä, собственно говоря, эти активы, на которые сейчас наложены западные санкции, предлагается, видимо, пройти против всех мер, которые были приняты по борьбе с алкоголизмом да, и да, разрешить да. продажи в алюминиевые банки ночью. Да, конечно, интересы Дерипаски выше, чем здоровье, так сказать, тысяч людей, которые от алкоголизма гибнут. Хотя в другой ситуации вы понимаете, что очень много слов представителей Единой России как раз говорят о том, что надо спасать людей от алкоголизма. Ну что в этой ситуации сказать? То есть, ну а что получается? Правая рука не знает, что делает левая? Да, знают. Просто они, эти люди, э, во-первых, когда предлагали пенсионную реформу, когда э, реформу и когда ее принимали, они людей обманывали. Потому что вот этот э, аргумент про демографический, там, демографическую ситуацию, фактически яма, она уже наступила, и как раз мы яму уже прошли, и э, уже с этого года. Значит, количество работающих ежегодно будет увеличиваться относительно там, пенсионеров на 200 тысяч. Да? И где-то к 2023 году эта ситуация выправится. А почему так быстро надо принимать? Потому что чем дальше, тем этот аргумент больше нельзя было использовать. А на сегодняшний день куда вообще эти деньги уходят? На тысячу рублей пенсионерам? Ну, смешно. Конечно, оно уходит на финансирование силовой составляющей в стране силовых блоков, скажем, той же, как вновь созданной там Росгвардии. Хотя мне вот вообще непонятно, у нас у всех силовых структур есть как бы такие четко указанные функции. Там милиция, понятно, чем занимается полиция. Прошу прощения. Прокуратура, понятно, ФСБ, понятно, чем занимается, да. Что за структура такая Росгвардия, что до сих пор структура... еще народ не понял. Да, но всем это понятно. Это как бы активное и быстрое реагирование на народное недовольство. Так что это структура, которая будет работать с недовольным населением. Вот что это, так сказать, по бюджету уже работают, судя по последним вот, митингам и ну, задержаниям в Питере да, и Москве, работает. которые были. И э, мы видим по бюджету, что на самом деле в бюджете доля социальных расходов падает, даже с учетом падает даже с учетом а, национальных проектов, о которых как бы объявлено, да? У нас же любят, как бы сказать, ой, президент объявил национальные проекты, господа. Или Единая делается... Россия объявила национальные. Да, говорит. да, господа, все это делается на ваши деньги и никто вам эти деньги не дарит, просто они их распределяют таким образом, так как интересно им, а не так как интересно стране на самом-то деле. Поэтому э, что тут скажешь? Э, на здравоохранение падают расходы, на образование доля расходов падает, на культуру и спорт. Так что не надейтесь на то, что родина будет там особо снова играть там или какая-то еще э, значит команда. Будут... Понятно, что за государственные средства будут финансировать определенные команды. Как вот «Зенит» финансируется «Газпромом». А «Газпром» Алич... — национальное достояние. Да. Азиз Алич, если да. мы вернемся все-таки к партиям. Угу. Если мы вернемся к партиям. Да. Тут вот, когда были до выборы, а где-то выборы 9 сентября, мы видели, что происходило в регионах, какая борьба шла за места губернаторов. Да. Где как раз борьба была между представителями «Единой России» и представителями там ЛДПР. Да. В основном ЛДПР, кстати говоря, проект еще там были. Угу. И там, кстати, люди выходили на улицу и, и протестовали против результатов, где-то даже их отменили, где-то единорос пытался примириться с неединоросом, предлагал ему стать вице-губернатором. Да, да. В общем, здесь, конечно, представители таких партий, как КПРФ, говорили о том, что, по-моему, Сергей Павлович Мамаев как раз в особом мнении говорил о том, что это очень показательно и видно, что Единая Россия рассыпается на глазах, что у Единой России нет никаких перспектив. И вот эти выборы 9 сентября нынешнего года это показывают. Ну, понятно, что Сергей павлины всегда пророчит крах Единой ну, России. Да, однако да, однако вот результаты выборов 9 сентября, о чем нам говорят? Ну, результаты говорят о том, что люди начинают немножечко задумываться и даже традиционные способы достижения результата для Единой России, да, что связано с подсчетами, там, вбросами там, и так далее, они уже мало помогают. Вот. И, видимо, можно говорить о том, что, наверное, жизненный цикл вот этого проекта, который называется «Единая Россия», скорее всего, находится уже вот в поздней стадии. То есть, какова будет доля вот этого вот окончания этого, Какова будет, каково будет окончание этого жизненного цикла, там, резкое падение или постепенное падение, но оно потихонечку начнется. Но сказать, что вот разваливается сразу, ну, извините, это достаточно сильно организованная структура, чтобы она сама по себе раз и все там, Ну, как вы сломалось. думаете, это было протестное голосование, вот которое мы увидели 9 да, сентября? Да, это было протестное голосование. И связано оно было с пенсионной реформой? И связано было с пенсионной реформой и с продолжающимся ухудшением, на самом деле, социальной как бы сферы. Uh -huh. вот, и с ухудшением ситуации, когда люди могут зарабатывать достаточно. То есть даже те деньги, которые раньше были достаточны и могли считаться высокими, сейчас с учетом происходящих, так сказать, экономических процессов, инфляции, подорожания продуктов и так далее, уже недостаточны. Потому что если вы посмотрите на программы, которые предлагали ЛДПРовцы, побывшие, если вот посмотрите в интернете, полистаете, а ничего такого они там не предлагали. Ничего такого особенного там нет. Вот. И, конечно, это явно протестное голосование. Но дальше, как вы думаете, протесты продолжатся или не сойдут на нет и к новому году вся страна прильнет к телевизорам и потом дружно съест Оливье? Ну до нового года тут осталось, собственно говоря, три месяца. Угу. Я думаю, что, может быть, зимой эти протесты, так сказать, могут утихнуть, потому что холодно, так сказать, угу. будет, да. Но со следующего года, учитывая, что по факту пенсионная реформа начнет действовать. Значит, у нас есть повышение налогов. Может, мало об этом говорим, может быть, надо об этом еще говорить. НДС непосредственно... Уголовная ответственность работодателя уголовное... за ну, это, это, это не пенсионеры. страшно для, в основной части людей, это страшно просто для активной части э, страны, для предпринимателей, бизнеса, которые собственно Да, давайте, давайте поговорим про НДС, mm -hmm. что, как скажется повышение НДС, которое уже приняли с 18 до 20 процентов на нас после Нового года, прогноз от вас услышим после короткого перерыва. Особое мнение на 101 ФМ. Это особое мнение директора аудиторской консультационной компании бизнес Фор Азиза Агаева. У микрофона работает Светлана Занько, Но Я должна сказать, еще раз попросить прощения у наших слушателей за те неприятные технические а, несостыковки, которые были в течение а, долгого достаточно времени с прошлого вечера в нашем эфире. Проблема была с а, передатчиком, что-то там с техникой. Я не очень хорошо разбираюсь, но был феерический совершенно эфир. То у нас опера играла, то у нас одна программа накладывалась на другую. В общем, Замечательно, можно было позабавиться, слышая наш сегодняшний утренний эфир. Но сейчас все в порядке, и, слава богу, мы в нормальном режиме сейчас в эфире с Азизом Алиевичем. Итак, было принято параллельно с дискуссией по пенсионной реформе вообще бездискуссионно практически повышение НДС с 18 до 20%. И все, кто связан так или иначе с бизнесом, с деньгами, с процентами, кто как-то хоть немножко думает, разбирается в экономике, говорили о том, что это неизбежно приведет к серьезным, не к минимальным, а серьезным увеличениям цен на различного рода товары и продукты. Да, к существенным. От 5 и более процентов. Что сейчас происходит и каковы ваши прогнозы на 2019 год? Уже происходит повышение, потому что некоторые люди боятся, что если они это сделают с Нового года резко, то, ну, вы же знаете, у нас компанейшн, там, вот, начнут там, правоохранительные органы призывы всякие давайте контролировать там и так далее и так далее поэтому люди уже тихонечко уже поднимают цены на свои товары работы и услуги а, но ведь кроме НДС у нас ведь еще подорожание топлива происходит а это перевозки это обязательно составляющая себестоимости любой продукции расходов и соответственно это тоже скажется у нас серьезно, серьезно изменяется цена на валюту. У нас меняется цена на валюту, соответственно, импорт. Конечно, по валюте, судя по тому, что в очередной раз как бы нашему правительству везет, а может быть везет очень, топливо, так сказать, дорожает. Цена на нефть. Да, uh -huh. да цена на нефть увеличивается, и поэтому поступление валютных становится... Больше. Но э, учитывая, вот как оценивают эксперты, что порядка 70% как бы валютной ручки так или иначе в конечном итоге остается с границей, то на что может рассчитывать страна в этой ситуации я, честно говоря, э, плохо понимаю, э, потому что в этой ситуации это может нам не помочь. Да и простому человеку, в принципе, вот эти вот курсы и значит подорожание нефти слабо помогают они только на первом канале представители власти там так или иначе нам, нас успокаивать могут но я думаю что люди на своих кошельках уже ощутили и будут ощущать то что происходит потому что собственно говоря все эти повышения в конечном итоге направлены на то чтобы из из кармана бедных как бы россиян еще больше денег взять в государственный бюджет который потом потратить на свое усмотрение снижая расходы на образование на медицину, на культурную и социальную сферу. Поэтому я думаю, что людям нужно подготовиться к следующему году еще к большему затягиванию поясов, потому что денег станет меньше. Азиз Агаев, это его особое мнение. Вы слушаете в эфире нашей радиостанции. Еще одна не менее грандиозная реформа практически уже вступила в действие. Мы это видим по мусорным завалам на мусоросборочных площадках, на контейнерных площадках. САХ и чиновники обвиняют недобросовестно управляющие компании. Угу. Что вы а, скажете? Согласны ли вы с ними? Я э, не согласен. Я, прежде всего считаю, что в любой такой ситуации, то есть система работала, у нас не было никаких проблем, и вдруг система перестает работать. Внезапно за Внезапно. два месяца управляшки все стали недобросовестными. Да, только потому, что в городе меняется власть. Заметьте, власть поменялась в городе. Система перестала работать. Нет, власть поменялась в прошлом году, а система перестала работать тогда, когда тарифы новые стали вводить. А тарифы на вывоз мусора. Кто их вводит? Федеральная власть. Нет, тарифы утверждаются на месте, так или иначе. Они утверждаются на то, другое, третье. Федеральная власть вводит закон, по которому новые тарифы утверждаются, правильно? То есть я считаю, что как только новая власть вмешалась в этот процесс, который уже был. Работающие. То есть чистый управленческий подход. Если что-то работает, а изменять его нужно очень аккуратно. Не нужно работающей систему вмешиваться своими корявыми руками. Нет, погодите, Азиз Алиевич. Во-первых, в связи с мусорной реформой с 1 января 2018 года изменилась заплата за окружающую среду, увеличилась. Да? Потом стали колебаться тарифы за эту плату. То федеральная власть их увеличила, потом пошумели-пошумели, резко она их опустила. Управляшки и вывозящие компании, САХ и другие, тут как-то не сориентировались. Кто-то стал убирать контейнеры и посыпались обвинения в обе стороны. При этом управляющие компании, которые были у нас в эфире, говорили, что они не садятся за круглый стол ни с чиновниками, ни с мусоровывозящими вот этими компаниями, в том числе и сахом. Почему-то транслируется говорили, что только, с одна точка, только одна точка зрения, а именно та, которую транслирует вот сах-куприт. Угу. И все чиновники ее поддерживают. Вот как-то это не настораживает ли? Я считаю, как так резко что... все управляшки стали а... у нас недобросовестны? По ним, конечно, очень много расследований. Достаточно посмотреть на страничку Виталия Абрама. Да. Но ведь не все. Абсолютно. А если у нас правыми оказываются только две компании и только чиновники, то здесь что-то не так. То есть никто нам не описал процесс и не сказал, в какой стадии, так-то по большому счету, те или иные люди виноваты. Все же работало. Почему перестало работать? Вот чисто управленчески это можно проанализировать? Но искать виновных все умеют. Даже те, у кого нет образования. Даже пятиклассник может пальцем ткнуть на кого-то и сказать, он меня обзвал. Но давайте выстроим этот процесс. Он же работал. Я не вижу вообще никаких проблем самом-то деле. Вот смотрите, ну, с людьми надо разговаривать, вот, протоколировать этот разговор, чтобы потом ни у кого никаких не возникало вопросов. Смотрите, какая интересная Но Если Что-то решается да. в интересах одной или двух-трех компаний. А, кстати говоря, Михаил Шихов, он здесь в нашем эфире говорил, что требуется укрупнение все-таки и перестройка рынка управляющих компаний. Ну, позвольте э, немножечко аккуратно отнестись, там осторожно к этим высказываниям, потому что не только э, значит, Шихов, но и Денис парлок хочет укрепления. То есть э, монополизм, видимо, в крови, как бы, вот создать очередную монополию, укрупнить все и будет все хорошо. Но на самом деле мы-то с вами знаем, что э, и масса примеров исторических у нас, что монополизм не помогает практически никогда. Помогает только эффективная организация того или иного процесса. Ну, смотрите, какая еще интересная история с монополизмом, так или иначе. В да. данном случае, может быть, даже с государственным монополизмом. Два высказывания министра природопользования и экологии Аллы Албеговой, которые были. Нами, собственно, записано на пресс-конференции прошедший четверг. Алла Викторовна объяснила, почему в области не будет пока мусора переработки. Все задаются вопросом, почему нет мусора переработки, в терсхему не заложено, ходят слухи. Что есть инвесторы, которые готовы построить мусороперерабатывающие заводы. Угу. И даже некоторые подтверждения этим а, а, слухам есть. С одной стороны, говорит Алла Викторовна: в государстве нет механизмов стимулирования этой составляющей, а именно мусоропереработки. Угу. А с другой, те инвесторы, что обращаются со своими деньгами, значит, обращаются. Вот уже uh -huh. не слухи, уже чиновник говорит. Видимо, и готовы строить мусороперерабатывающие заводы. Их проекты некорректные и неживые. Нет бизнес-планов, нет конкретных технологий, есть прожекты. Ну, а... Калли Викторовне, мы с уважением относимся. Но давайте называть если эти инвесторы не против там, да, их имена, во-первых. Во-вторых, я, честно говоря, последние пять лет мало видел инвесторов с такими большими деньгами, а это большие деньги. Да, миллиарды. Да, которые приходили и говорили, у меня есть деньги, я готов вложить, и при этом у него нет бизнес-плана. Может быть, мы не хотим, чтобы они вложили? Давайте говорить, у кого это прожекты, кто это пришел с прожектами и с деньгами. Окей, если нас не устраивает только их бизнес-план, Составить бизнес-план. Над ним же можно поработать, если пришел <laughs> вот инвестор с деньгами. Составить бизнес-план, ну максимум возьмут у вас там, ну, ну 700 тысяч рублей, условно говоря. А давайте, если человек пришел с большими деньгами, это, это сотни миллионов. Так? Ну, вот здесь какое-то противоречие тоже... Тысяч, да, заплатим специалистам, которые мы заплатим, правительство, Спасибо. скажем, это наш вклад, ваше дело. И будет такой бизнес-план, который вас устраивает, господа члены, так сказать, правительства Кировского. Вот города. здесь в этом высказывании, как мне показалось, есть некоторые противоречия. С одной стороны, нет механизмов стимулирования. Это значит, Они чтобы, чтобы люди приходили с деньгами. А с другой стороны, она говорит: приходит с деньгами, но с прожектами. Они тоже есть. механизмы стимулирования тоже есть чуть-чуть там или сям подправить как бы региональные законы, и у нас уже будут региональные составляющие по стимулированию этих инвестиций. Никаких проблем я в этом не вижу. Просто мы не хотим, видимо, чтобы это было. Только я не понимаю, почему мы не хотим, чтобы А вот, было я сейчас вот произнесу, почему, видимо, не хотим, а потом мы с вами это дело обсудим, потому что у нас будет перерыв. Тоже это, это про мусор, про инвесторов и государства. Это мусоросортировка, то есть та стадия, которая до мусора переработки да. проходит. И снова, от инвесторов отказываются, потому что наличие инвестицо... частных инвестиций... Увеличить тариф, говорит Алла Викторовна. То есть конечный потребитель мы с вами, который будем с 2019 года платить с одного человека, с каждого mm -hmm. человека, mm -hmm. если придут инвестиционные деньги, частные деньги, то тариф будет еще выше, чем ожидается. Ожидается у нас там что-то 150, по-моему, рублей с чем-то. Mm -hmm. вот, ну, по-моему, 150, 130, 150, не буду сейчас говорить. Вот она говорит, что если мы допустим частные деньги сюда, то тариф увеличивается. Так ли это, обсудим после короткого да. перерыва. Особое мнение на 101 FM. Продолжается программа «Особое мнение». У микрофона сегодня работает Светлана Занько. Свое особое мнение высказывает директор аудиторской консультационной компании «Бизнес-информ» Азиз Агаев. Итак, в минувший четверг на пресс-конференции, которая была посвящена течению мусорной реформы в Кировской области, Алла Викторовна Албегова сказала, что если придут частные инвестиции в мусоросортировку, то это увеличит тариф на сборы и вывоз мусора. Я вот совсем, видимо, Азиз Салеч ничего не понимаю в экономике. Ну, то есть вот Алла Викторовна говорит, что надо строить за бюджетные деньги. Надо, чтобы государственные были предприятия и так далее. Но разве бюджетные государственные деньги это не мои деньги? Mm -hmm. То есть получается, что мусоросортировку построят на мои же деньги. То есть откуда-то их возьмут, из той же социалки, из той же вот непроходимой древности, которую мы сейчас видим на наших улицах, mm -hmm. и вложат мои же деньги в мусоросортировку. Mm -hmm. Мне это всегда казалось. Что это классно, когда привлекается частный капитал, он строит промышленность, он ее развивает, а мои деньги, которые я плачу налоги, пусть идут на социальную сферу. Да. Ну, наверное, я, может быть, ошибаюсь. Нет, вы э, правы, и в этой ситуации мы можем, мало ли, Викторовне, не верить, потому что никаких конкретных расчетов она не представила. И вообще публике ничего не представлено, что, смотрите, тариф, если будет вот так, будет такой, а увеличится, значит, если будет мусоросортировка Будет столько-то, но это одномоментно. А сколько будет в динамике, мы можем же вперед посмотреть. А потом вы имеете в виду, что любая переработка, даже первичная такая, как мусоросортировка, она уменьшает количество мусора, которое будет храниться которые да. вывозится И на полигон. Вывозится на полигон. Соответственно, зарабатывать, что там будет как бы тот хранитель полигона, там условно говоря. Полигонщики да, но за наш их счет. называют, да. Но за наш счет. Они зарабатывают за счет да. объема возимого да. мусора. Или инвестор будет зарабатывать конкретно за счет того, что он э, получил втор сырье, которое использовал в дальнейшем, там продал там у кому. Ну тогда -то полигонщик надо вынужден будет сидеть без э, серьезной прибыли, которую он ожидал. Слушайте, нам-то с вами что важно, чтобы мусор гнил у нас под носом и портил нашу землю, или чтобы Вообще этого мусора как такового не было, и все, что какие отходы появляются, они шли в переработку. Мы-то с вами должны понимать, что э, если посмотреть, сколько мусора производится, то мы, у нас скоро места не останется, где жить-то, так по большому это счету. Вы, что знаете, в космос будем отправлять вы знаете, ракетами. я еще что не поняла вот с этой пресс-конференции Зисолеч. Когда речь зашла о деньгах, об инвесторах, о мусоропереработке, о мусоросортировке, почему-то слово держала Алла Викторовна Албегова. А это на минуточку Министерство экологии и природопользования. Да. Где были министры, которые отвечают за промышленность? Где были министры, которые отвечают за ЖКХ? Почему эти мужчины, это мужчины? Почему они экономические выкладки не давали? Почему об этом а почему могу Алла Викторовна не в своей ипостаси выступала? Она-то как раз должна была выступать за мусоропереработку, прежде всего. Но она министр себе... экологии. Возможно, она себе так это представляет. А, а эти-то почему молчат? Ну, потому что им нечего сказать, потому мин что. Минэконом, чего-то что... там, развития или чего что у нас что там. Вы, еще журналисты, есть. их можете спросить. А господа? А где расчеты-то? Но ну, вы нам их представьте, покажите да. нам и назовите хотя бы пару инвесторов, да, которые кто это? Кто это? Мы сами с прожектами заберем... своими. Да, мы у них заберем эти цифры и скажем, какие у вас прожекты дайте. Вы может сами дадите экспертам, например, чтобы те почитали и сказали, прожект это или все-таки это реальный проект, который можно внедрить. Понимаете, получается, что э, похоже, что эти инвесторы, ну, может быть, не совсем в команде вот этой власти, которая существует сегодня. Соответственно, раз они не в этой команде Может быть, им и не надо давать зарабатывать Какое-то лоббирование интересов одних В пользу других ну, Мы можем предположить это вот именно таким образом Потому что вот эта закрытость Она всегда рождает вот такого рода предположения ну, Я-то могу понять, Алла Викторовна Когда говорит, что в, в стране пока нет а, Механизмов стимулирования Или там регулирования Потому что действительно это мусорная реформа Но То откладывалось, то откладывалась, она разрабатывалась, подождите, и так Подождите, в регионе-то может быть такой механизм? Стимулирование. Почему мы не можем? Хорошо, а потому что на федеральном должен... уровне есть разные подходы, разные проекты, разные конкурсы, в которых мы можем участвовать и получать федеральные деньги. Давайте будем впереди планеты все и будем деньги получать. А зачем нам ждать федеральные, если уже инвесторы вот стоят со своими тем более, деньгами? Тем более. Но ну, это имеется в виду для стимулирования, там, скажем каким-то образом чего-то им субсидировать. Но это Просто вдруг заговорили про инвесторов, то есть есть люди, которые готовы вложить миллиарды в мусоросортировку, мусоропереработку. Да. Это в нашей-то области, где мы всегда жаловались, что никто сюда не спешит ничего да. вообще инвестировать. Да. И мы говорим, погодите, пусть государство. Но, честно говоря, вот как государство у нас вот что-то регулирует, мы видим. Мы к этому пришли сейчас с этим ну, же подождите, мусором. Подождите, ну почему этому удивляемся? то У нас ведь в принципе все правительство Кировской области такое. Какое? Оно не думает о развитии. У них нет таких планов. Они живут сегодняшним днем. Поэтому чему мы удивляемся в этой ситуации? Абсолютно. Бюрократия. Торжество... А смысл, если можно, мы смотрите, видим. если можно вот так работать, как бы, да, и делить людей там, или оценивать проекты свои, не свои, там, э, готовы мы, не готовы, много работать надо над этим или мало работать, да, смысл, ну, в этой ситуации, грубо скажу, дергаться, да, можно ведь спокойно отсидеть там какой-то срок, запись уже в трудовой книжке есть, что ты министр, заместитель губернатора, губернатор и так далее, и так далее, смысл-то... Ну, придет время, свои не дадут, ты как бы перейдешь на другую должность подобную, тихонечко. Ну, команда туда перейдет, и я с командой перейду, или меня порекомендуют. То есть тут как бы, понимаете, до тех пор, пока заказчиком этих людей и работу этих людей оцениваем не мы с вами, а аппарат президента. Потому что я не скажу, что президент вряд ли президент оценивает их работу, да, а какой-то аппарат президента, которому там могут быть разные подходы, то эти люди работать не будут в наших интересах. Ведь в наших интересах даже сегодня законодательное собрание не работает, которых мы вроде типа выбираем. Вот, кстати говоря, насчет э, людей, которые приходят и работают или не работают, на прошлой неделе в правительстве произошло перераспределение сферы деятельности. Uh -huh. Максим Кочетков, заместитель, председатель правительства Кировской области, теперь будет сосредоточен вот только на развитии промышленности региона. Uh -huh. Из-под его ведомства ушли экологии природопользование, uh -huh. которые теперь у Кадырова, и лесная отрасль, которую теперь отдали Плитко. Это два зама э, губернатора. Как вы думаете, а каковы причины такого перераспределения? Убеждает ли вас, например, довод, что лесом лучше заниматься господин Плитко, который занимается внутренней информационной политикой, муниципалитетами? Не убеждает. Не убеждает. Потому что лесная отрасль это все равно отрасль, в котором ну, нужно знать, как управлять промышленностью. Ну, есть масса вопросов, которые нужно знать, да? и в том числе и планирование отраслевое. И много других управленческих знаний нужно. Я не видел в биографии Плитко, что у него эти знания есть. А вот у него теперь появился новый министр это Алексей Шургин. Вот только что новость появилась. Он в 2015 2017 годах возглавлял Министерство лесного и охотничьего хозяйства угу. Республики Мариэл. Вот ну, снова новый чиновник. Из -мариэл. Да, еще один варяг из Мариэл. Хорошо, угу. Да, еще один варяк из Мариэл. Хорошо. Ну и что? Ну, человек изморил хорошо. Вот он работал в 15-17 годах. И что он сделал за это время? Ну, давайте представляете нам человека с его достижениями. Ну, был он деканом, значит, там, лесного факультета. Ну, мы что, мало деканов знаем в Кировской области и не только в Кировской области. И знаем, ну, какие бывают разные, разные деканы, хорошие, плохие, всякие бывают, как бы, деканы. Да? Ну, что, ну... Поработал человек в 15 17-м. А что изменилось-то? Почему из республиканского лесного как бы, министерства вдруг человек перешел в 2018 году? То есть он в 17-м-то ушел, да? То ли работа не понравилась, то ли не профпригоден был, то ли значит, там, по болезни ушел оттуда. И в восемнадцатом м пришел к нам. Ну, вообще, честно говоря, удивительно. Я думала, что, может быть, вы, вы скажете в каких-то двух фразах, почему забрали эти два министерства? Потому что я помню, что Максим Николаевич довольно пристально относился к лесной отрасли и очень много о ней говорил и участвовал, в каких-то введений. Ну, мы знаем, там, биржа, что там, если что вы про Максима хотите поговорить, да. то мы знаем, что именно благодаря Максиму чуть было несколько проектов значит, лесной отрасли Кировской области, чуть было не угроблено. И только благодаря сверхусилиям значит, в том числе Вавилова, бывшего бизнес омбудсмена Андрей проекты, Николаевич, да, Андрей Николаевич. Эти проекты остава, остались жить и на них сейчас славно ссылается наш губернатор периодически, да? И слава богу, слава богу, что все так произошло. Максим, он много говорил всяких, как бы слов, иногда правильных, иногда неправильных. Ну, он не показал себя как управленец. Ну и что, что он пиарился на этой теме? Ну и слава богу... То есть что... все-таки забрали. У ну, него забрали, и... потому что не справился, вы считаете? А он пытался справиться. Нет, ну почему забрали-то два министерства, не могу понять. Ну, никак. может быть, он собирается уехать. Угу. У нас остается буквально две минуты, и я хотела у вас спросить, Азиз Алиевич, что делать с костелом? Отдать. К... Католикам? Отдать католикам. Это их церковь, пусть они там молятся, э, славят в ну, Бога, так сказать, вот, своими способами. Там, да? Отдать. Нужно храмовые сооружения, здания отдавать тем, кто там как бы молится, кто верит э, и именно так видит э, свой путь, так сказать, на пути Божьем. Верите вы в то, что на этом пути католиков ждет успех, и они смогут... Ну, верю. Верю. Но ведь сопротивление и, 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 честно говоря, За них, как бы, как, будучи мусульманином, за них молюсь, чтобы они получили свой храм назад, чтобы имели возможность обращаться к своему, нельзя сказать к своему, потому что Бог у нас один, а к Богу, но своими способами, скажем так, своими молитвами. И что, никакое сопротивление там, чиновников, людей, которые просто видят это как органный зал, а не как место... Для а католики так не так мешают так. этому залу продолжать быть как бы органным. Я видел массу таких как бы церквей, действующих, где органный зал оставался в городке органным залом. Люди приходили туда и слушали органную музыку. Примириться надо с этим всем. Слово корень этого слова мир. Я думаю, что это самое лучшее слово которым мы можем употребить между нашими гражданами всеми вот в кировской области отдайте католикам их храм мы же все признаем что это их храм мы же это не оспариваем это их храм давайте мы им отдадим а потом скажем католикам я уверен что католики в интересах граждан готовы будут на любые ограничения там которые с которыми они тоже с радостью согласятся потому что их бог обязывает, делать добро другим людям здесьаагаф это его особое мнение мы сегодня слушали программа завершена у микрофона работала светлана заньков всем хорошего дня особое мнение на 101 ФМ.